главном вузе Кыргызстана, в Кыргызском национальном университете, отмечают праздник весны. Силами студентов Кыргызско-Китайского факультета подготовлено праздничное торжественное мероприятие. Давайте послушаем. Ильнура, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот как вы играете на таком музыкальном инструменте и как долго вы играете на таком музыкальном инструменте? Здравствуйте, я на этом инструменте играю почти год. Этот инструмент называется гуджень. Он самый древний из музыкальных инструментов Китая. Ему около 2500 лет. И мне очень нравится на нем играть, потому что он очень завораживающий. Но его можно сравнить с фортепиано. То есть у него такие же тональности, такие же ноты и так далее. Они очень похожи.